Сегодня, 14 марта, отмечается Международный день рек. В Чувашской республике величина ресурсов поверхностных вод составляет более 2 миллиардов кубических метров и представлена реками, водоемами, озерами и болотами. Наиболее крупные – Волга и Сура. Волга протекает в северной части Чувашии с запада на восток. Протяженность в пределах республики – 140 километров. Важное значение имеет река Большой Цивиль – правый приток Волги. Чувашия в достаточной мере обеспечена водными ресурсами. Вместе с тем, в густонаселенной республике реки испытывают большую антропогенную нагрузку. Поэтому всем жителям необходимо заботиться об их бережном использовании и охране.